Ну вот мы снова на раскопках, постараемся сегодня поговорить с кем-нибудь из раскопчиков. Это вот зубы. Круть. Мужчина, а вы кто? А я блогер. Я хочу блогер. Снять. Да. А вам у нас есть начальник раскопа. Да, вот еще. Он в тот раз мне дал в пятницу. А сейчас он вам дал разрешение? Ну, сейчас жду. А так вы подождите, а потом снимайте. Ну, хорошо. А в чем? Что такое секретно? Уже столько репортажей было. Ну, я просто не совсем понимаю. Вы на стройке находитесь? То есть у вас как-то совсем... Ну, ладно, вызывайте милицию. Что делать? Ну, вам, походу, часто вопрос-то? Милицию вызывают. Если вы так легко соглашаетесь. Спорно, кто кому чего вызывает. Ну, вы какой-то конструктив есть или что? Ну, давайте, может, скорую вызовем. Ну вот. Охрана выпроваживает. Не хотят объяснять, что такое культурный слой, откуда он взялся. Бывает. Собственно, все на этом закончилось. Если бы я был не на работе, я бы... Ну вот... Мне сказали, что залихватский, я сделал репортаж. Мы, говорит, вас послушали. Ну, говорит, удалитесь, без комментариев. Ну, круто. Вот этот вот Игорь Александрович, который ведет раскопки, он просто отказался общаться. Даже просто рассказать официальную версию. И попросил охрану проводить меня. Ну, что делать? Если бы я нес полную чушь, он бы так и сказал. Посмотрели, вот тут-то, тут-то, вы молодой человек не прав, или не молодой человек, неважно, мы вроде одногодки, по сути. Но он выбрал другую стратегию, потому что то количество черепов и костей, которые вот там в пакетах, оно не может быть объяснено официальной историей. Та глина, которая поверх чернозема, тоже не может быть объяснена. Поэтому он просто предпочитает рассказывать сказки, чтобы не терять свою зарплату. Я его понимаю. Но когда-нибудь эта пирамида лжи, официальной науки, официальных религий, они все официальные, официальные истории, официальные идеологии, разделения на страны и языки, она рухнет. И мы все вспомним, мы все узнаем, как мы жили до вторжения.